Президент дал поручение работать быстрее. Не так буквально, но суть та же. На заседании рабочей группы под председательством зампреда Максима Громова обсудили возможные маневры для сокращения сроков технологического присоединения. А именно подключение к сетям газораспределения, системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также получение разрешения на строительство и территориальное планирование. Упростить и ускорить все эти процессы субъектам необходимо с целью создания более благоприятных условий для ведения бизнеса. Я понимаю прекрасно, и мы знаем, что нормативно-правовыми актами правительства РФ установлены регламентные сроки, предельные, максимальные, в рамках которых сегодня практически все организации работают, и мы в данные сроки укладываемся. Но агентство стратегических инициатив не зря нам устанавливает сокращенные сроки.